Сейчас мы его будем снимать. А мы видео веду? Угу. Пошли на предпоследний. Фоткой. Сейчас мы поедем и найдем. Вот табло. Станция Сирет. Звук как в метрострое, скажи, да? Да. Это, возможно, и есть вот этот звук, который стырили. Вот этот Black Phoenix, я знаю. А табличку сперли. Так что сперли табличку. Сразу видно. Очень громкий этот номерной. А вот это такой самый редкий? Да. А пошли на предпоследний, или давай мы тут поедем? Ладно? А, мы успеем? Да успеем мы. Он будет долго... Только чистые двери. Вот. Это питерские двери, сразу видно. А вот следующий вообще заводский. Не, поэтому... реально, я в этом еще в жизни не был. Пошли на предпоследний. А, нет, сцепленный, пошли обратно. Цеплю. Это цепка питерского и не питерского. Вот в чем прикол. Пневматический плоть, смотрите. Таблички можно понять. Это вот такие вот херни стояли, по-моему, на ежах, я знаю. И на еже 3, по-моему. Даже ру 1 так. А там наш. Вот там наш. Серыми дверьми. Пошли на 3. На третий вагон пошли, или мы не успеем уже? Я думаю, что мы не успеем. Да, сейчас двери... Это будет как Ералашика, где двери закроются и уедет. Нам надо тут сесть. На последнем вагоне я никогда не катался. И в основном либо предпоследний, либо третий вагон. Я тоже. Вот схема Киева. Нам надо на станцию Дорогожичи. Вот. Вот тут сейчас мы сядем. О, поехали. Информатор без английского языка. Интересный такой. Это я обожаю этот информатор. Я московский информатор никогда не ненавидел английский язык, а тут его нет. Такие только в Санкт-Петербурге и в Днепре, по-моему, и в Харькове немного есть. В Москве они обычно заменяли. Будем выходить на следующий. Ой, освещения нету почему-то. Вот тут оно появилось. Такие светильники очень интересные. Я никогда не катался. Но это катался такой. Сейчас они заменены. О, поехали. Сейчас будем смотреть, как он отправляется. О, вот тут такая... Это факт,
Стася Дорогожича. Стася Дорогожича. Я покажу нам, что я понаяли, как...